Владимир Жириновский встал на коньки. Лидер либерал-демократов признался, на лед не выходил давно, поэтому на катке у Кремля ему потребовались помощники. На льду Жириновский продержался недолго, проехав 2 метра, заявил: лезвия тупые. Мне же дали коньки неточные, смотрите, и они не идут. Они должны резать лед, а они упираются в него. Ну разве можно? Это зима в Москве. Мне очень понравилось. Вот так было в детстве. Ноябрь сухой, и потихонечку начинает падать снег. И зима выпадала 20 ноября. Прям утром я встаю, смотрю, и падает снег. В один и тот же день. Погода была устойчивая. Здесь должно быть переполнено все. Традиции нет. Еще не поняли, что можно идти на каток. Хотя сейчас учебный день, может быть, дети в школе, студенты. Но все равно я уверен, что миллионы людей дома. Ну и катки могут быть по месту жительства Сокольники, Измайлово, ВДНХ, здесь. Самый хороший вид отдыха. На коньках елочка, музыка, люди знакомятся, в раздевалке чай попили. Все чисто и дешево.